like the summer breeze. Through the trees, you like a getaway. Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Юля Прел. И сегодня мы с вами посмотрим, протестируем и посвочим новую палетку Наташи Диноны, которую все так долго ждали, как мне кажется. Это палетка Bronze Palette, или, как переводится, бронзовая палетка. Чувствуется, что это люкс в ваших руках. И она не зря вышла летом, потому что это типичные летние такие оттенки. Кстати, ребят, я оставлю здесь тайм-коды под этим видео, чтобы вы смогли перепрыгнуть к нужной части, которую вы хотите посмотреть. Упаковка этой палетки схожа с ее двумя предыдущими палетками от Love Palette и ее палетки Sunrise. Всего в этой палетке 5 матовых, и все остальные металлики, и один из них это кремовый металлик. Именно кремовый металлик, который называется Deep Dive, он был уже в Метрополисе палетки. Очень интересно, что эта палетка имеет в себе достаточно такой средний или даже более темный оттенок коричневого, то есть вполне возможно, что если вы очень светлая белоснежка, на вас эта палетка будет смотреться, возможно, чересчур как-то так коричневато, красновато. Ну что, пришло время наконец-то посмотреть, как эта палетка смотрится на глазах, как цвета, как пигментация. На этот глаз мы не наносим никакой праймер, на этот глаз я нанесу праймер любимый мой от Urban Decay. Ну что, поехали. Я начну с оттенка Sundown. Это такой темный, хороший цвет для того, чтобы сделать ваше веко более выразительным. Сейчас мы затемним наше веко оттенком Magma. Очень такой хороший, благородный коричневый оттенок. Посмотрите на эту пигментацию, тени просто супер пигментированные. Матовые оттенки очень хорошо друг с другом дружат, совмещаются, и это не может не радовать, потому что нет такой проблемы, что, знаете, Наташа Динона, что такое, почему тени не работают, все очень даже хорошо. Ну что, ребят, вот такой получился у нас макияж этого глаза. Я считаю, что это очень такой простой макияж, ежедневный. Однако, это наш только первый вариант макияжа на этом глазу без праймера, напомню, потому что мы наносим именно влажный оттенок, мокрый. А давайте сделаем же макияж этого глаза прямо сейчас. Я начну с оттенка Beach, такой светлый оттеночек. И я проведу этим оттенком линию прямо по верхней части века. Мы начнем пробовать наш оттенок Deep Dive, тот самый кремовый-кремовый наш приятель. Прикол этого оттенка в том, что он не может быть слишком черным, просто потому что это для как раз-таки потребителей, то есть нельзя сделать оттенок в палетке ежедневной, быть что-то такое, что ну, до невозможности сложно растушевать. И давайте мы возьмем сейчас очень красивый такой фиолетовый оттенок с фиолетовым финишем, который называется Rhodium. И нанесем его прямо сюда, потому что эти оттенки, они хорошо смотрятся друг с другом, как брат и сестра. Все-таки Deep Dive достаточно капризный оттенок, я это вижу, поэтому я нанесла оттенок Rhodium прямо поверх этого капризного черного, влажного. И, вы знаете, это спасло ситуацию. Такой макияж, конечно, не мой любимый, просто потому что он такой темный, куда лучше то, что здесь у нас есть. Ну что, давайте сейчас я нанесу, сделаю, так сказать, свои глаза более привлекательными, более красивыми. Ну что, ребят, вот такой у нас получился макияж с использованием двух разных типов оттенка. Мы использовали оттенок Deep Dive. Он необычный, но это не ваш повседневный оттенок. Требует гораздо больше опыта в использовании этого оттенка, потому что он темный, и он дает очень много пигмента единоразово. И я считаю, что этот оттенок очень хорош поверх такого же темного, чтобы сделать растушевку более легкой. Что касается именно базовых матовых, таких как Magma и Suntan, я считаю, что они очень стоят того, как они смотрятся на глазах, просто потому что это реальные, хорошие, матовые, которые делают свое дело, и вам определенно доставит удовольствие работать с этими цветами и этой палеткой. Ну что, давайте теперь перейдем к макияжу наших глаз одним тоном, единый оттенок глаз, чтобы не было такого, что у нас там один глаз одного цвета, другой другого, это немножко странно выглядит, просто чтобы показать, как цвета, самые интересные цвета ведут себя на глазах, на карих глазах, так что если кареглазки, вы смотрите меня, ставьте лайки.
Ну что, ребят, последний наш лук с финальным видением палетки, как я вижу мой идеальный макияж. Я хочу сделать что-то повседневное, плюс что-то, что я могу носить, может быть, к вечеру ближе, если я куда-то пойду в ресторан, например. Мы сделаем затемнение нашего уголка глаза и сделаем все как в лучших традициях Наташи Диноны. Ну что, поехали? Я возьму оттенок Ridge, чтобы оттенить мой глаз. Так. И я хочу взять оттенок Magma, потому что, ну, он очень подходит в данном случае для того, чтобы оттенить нам его. Оттенить наши века. Дальше я возьму оттенок Suntan, опять же, чтобы немножко сделать это более однородным. Мы возьмем нашу кисточку конусную и оттенок тоже Magma, чтобы выделить ресничный край, чтобы все это не сливалось у нас, чтобы глаз выделялся. И то, что мы все любим, это, конечно же, спарклы. Давайте мы их поместим на наши века, чтобы заблистать, засиять. Мы возьмем с вами оттенок Palladium. Это очень красивый такой спаркл. Золотистый, конечно же. Вы можете нанести какой угодно спаркл, сделать, смешать их вместе, и, в общем-то, это будет смотреться уже круто. Я провела этот оттенок True Bronze до самого конца века. Как же он смотрится? Очень дорого, такой хороший блеск, никакой не дешевый. И я нанесу чуть-чуть совсем True Cooper. Вау. Это не совсем супер золотой цвет, он именно с примесью более красноватого оттенка. Ну что, ребят, вот только получился у нас образ конечный с одинаковыми цветами на двух наших глазах. И я безумно счастлива, что я купила эту палетку. Без каких-либо усилий вы можете сделать настолько красивый образ, не только повседневный, но и вечерний. Посмотрите, какая красота. Просто за какие-то 5 минут у вас получается такая здоровская красота на ваших глазах. И я считаю, что это бесценно, потому что мы живем в мире, где мы постоянно куда-то спешим, и иногда времени на нанесение макияжа не остается так много, поэтому эта палетка вас выручит, когда у вас нет времени, и необходимо быть красивой быстро. Ну а сейчас, чтобы дополнить наш макияж, я специально поехала сегодня в Sephora, чтобы купить палетку из этой же коллекции, но у них ее не было, так же, как и не было блесков из этой же коллекции, более темных, потому что светлый оттенок, он, ну, не смотрится, он бесполезный достаточно, вы можете найти в любом бренде светлые оттенки, которые предлагались в Sephora сегодня. Поэтому я купила палетку, мини-палетку из прошлой коллекции, которая называется тоже Bronze, но это не Bronze Palette, она называется именно Bronze and Glow. В новой палетке ее для бронзирования имеется не только пудровый оттенок для хайлайта и бронза, но и кремовый. Тот момент, что отличает эту коллекцию от любых других, потому что у нее появились кремовые текстуры именно для бронзирование кожи. Эта палетка достаточно базовая, в ней, в принципе, обычный коричневый цвет. Я так понимаю, что дело как раз-таки в ингредиентах и в цвете. Давайте же посмотрим, как эта палетка будет на мне сегодня смотреться. Возьму кисточку от Farah, и давайте мы ее гораздо лучше пошло. Так. Я взяла две разных кисточки, и все-таки эта кисточка чуть получше. Она прям сделана для нанесения именно контура. Чуть-чуть на лобик. Здесь вот две такие точечки. Последний самый момент – это блеск от Fenty Beauty. Я купила его, потому что он, как я подумала, будет лучше всего подходить именно на этот, для этого макияжа. Блеск в оттенке Chocolate, и, в общем, давайте посмотрим, как он будет себя вести на губах.
Ну что, ребят, вот так я выгляжу вместе с бронзером от Наташи Диноны, вместе с хайлайтером от Наташи Диноны также, с тенями палетки от Диноны Bronzing Bronze Palette, вместе с блеском на моих губах от Рианы. Если честно, это мой самый первый раз пробование ее косметики, и я восхищена, мне понравилось, как этот блеск лег на мои губы, он не только дает вам цвет, но он еще их увлажняет, естественно. Я бы не обратила внимания на этот оттенок, если бы мне не нужно было для этого образа. Я в восторге, мне понравилось, как этот блеск сидит на моих губах, он никак не склеивает губы, он, знаете, у него очень хороший, прикольный аромат. Это оттенок, который, как мне кажется, не очень многие люди обратят на него внимание, потому что он такой какой-то темно-коричневый, непонятно, но на самом деле на губах он совершенно по-другому раскрывается, и очень круто, что он также увлажняет губы. Ну что, ребят, давайте мы поговорим теперь именно о моих первых впечатлениях об палетке от нашей Наташи Диноны. Я считаю, что эта палетка должна быть у каждой девушки, которая любит макияж, которая любит Динону прежде всего. Если вам нравятся диноновские тени, их качество, их пигментации, то, что они так легко растушевываются на ваших веках, то есть вы ничего не делаете, просто наносите и все, чик, вы готовы, вы уже готовы идти через 5 минут. Это здорово, я считаю, что среди многих других новинок, которые сейчас вышли на рынке, в том числе косметика Леди Гаги, тени, допустим, от Urban Decay, которые сразу показали себя плохими отзывами, эта палетка, я считаю, должна быть у каждой девушки. Она может показаться изначально очень базовой, однако, когда вы попробуете цвета на своих веках, когда вы посвотчите это все и поймете, что на самом деле это все очень даже смотрится классно, и вы скажете себе, что ага, мне нужна эта палетка, потому что я хочу выглядеть красиво без каких-либо больших усилий. Матовые оттенки, они опять же могут показаться очень какими-то скучными, обычными, ну, типа у меня есть же палетка там за $30, и здесь такие же матовые, но, вы знаете, они совершенно по-другому раскрываются на ваших веках, опять же, нанеся просто один свайп вот так вот, достаточным количеством валью теней, чтобы просто потом добавить немножко блесток, и вы готовы уже покорять мир. Спарклы просто потрясающие, они настолько мягкие, они настолько хорошо чувствуются на пальцах рук, и также они очень хорошо передают всю текстуру на ваши века, на глаза, что это просто нереально. Очень классно, что здесь есть оттенки, с которыми можно поиграться тоже, это именно Bliss и High Degree, они такие имеют красноватый подтон себе. Кстати говоря, вот именно Bliss это дуохром, вот, что, кстати, очень я не сказала, по-моему, об этом в начале. Круто, мне понравилось. Если честно, я всегда мечтала о палетке Наташи Диноны, но никогда не осмеливалась купить ее, потому что, ну, знаете, $150 вместе с налогами, это недешево для палетки. Но когда появилось это, я сразу поняла, что Юля, все, покупаем эту палетку без вопросов. Я заказала ее просто за 3 секунды, и все. Самое удивительное, что эта палетка не была sold out, что странно. Момент, который показался мне обидным, это то, что здесь нет никаких серебристых оттенков. То есть, допустим, если я хочу сделать серебристый оттенок здесь, вот в уголках глаз, чтобы сделать глаз более открытым, его здесь нет, зато он имеется в палетке Mini Nude Palette, и он идеальный, он просто прекрасный, его можно использовать как хайлайтер, как тени, как угодно. Здесь же этого нет, и это печально, но, знаете, для такой хорошей палетки это, как мне кажется, прощаемо. Насчет бронзера от Наташи Диноны и блеска, мне эти продукты понравились, особенно блеск. Я никогда не думала, что я полюблю что-либо от Рианы. Я столько много слышала о риановской косметике, и у нее очень много теней было провальных. Однако, видимо, помады – это, скорее всего, ее сильная сторона, как мне показалось. Цвет горячий шоколад будет идеальным дополнением для таких загорелых девушек, но и, в общем-то, для белоснежках это тоже может хорошо смотреться. Палетка здоровская, мне понравилось, но я не могу сказать, что я прямо такая, вау, боже мой, какая палетка, просто невероятно, нет, палетка как палетка, пользоваться можно, хайлайтер, это именно насчет, пользоваться можно, насчет именно бронзера, хайлайтер мне очень даже понравился, прикольная текстура, все круто.
Ну что, вот мы и закончили наш обзор косметики новой, которая только что появилась в Sephora. Американцы в шоке, все только так и клепают обзоры на эту палетку от Danone. Я показала вам все возможные комбинации цветов в этой палетке. В общем, надеюсь, что я вам показала самое лучшее из того, что вы ожидали увидеть в этом видео. Надеюсь, это видео было очень полезным для вас. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, потому что канал еще зеленый, ему есть куда развиваться. Но я с вами не прощаюсь, ребят, еще увидимся. Всем пока. Oh, I knew you would call back. You must be